Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, то, что у меня появился новый промокод, и вы теперь можете вводить и получать за это деньги. То есть вам всего лишь нужно прописать /mm, символ пункт промокод, указать друга ютубера и вводите мой новый промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно будет вкачать уровень, а вкачать уровень очень легко с помощью квестов. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова все на проекте Machine Hero Play. Это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике я вам покажу, пацаны, свою новую машину. Она довольно-таки необычная, редкая. Она мне очень сильно нравится. Я ее полностью преобразил под себя. То есть она реально сейчас выглядит очень сильно красиво. И эта машина стоит примерно 70 миллионов рублей. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, то, что вам эта машина понравится, потому что я ее купил надолго, и она у меня будет, знаете, такая некая легенда, моя первая машина такая будет, потому что Range Rover был не мой, а эта тачка уже будет, в принципе, моя, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Также, если вы вдруг не подписаны на канал, конечно же, подпишитесь, потому что моя цель до Нового года добить 22 тысячи подписчиков. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, вот такой вот автомобиль я себе приобрел. Конечно же, я его купил не за свои деньги, потому что у меня таких денег не было. И мне купил эту машину, получается, Америкос. И там в течение нескольких там месяцев я должен буду ему отдать. Понятное дело, то, что Америкос бы мог бы мне ее подарить, это понятное дело, как бы мы с ним друзья. Но мы договорились то, что я ему за эту машину там в течение месяцев каких-то отдам эти деньги. Ну, вы сами понимаете, у меня сейчас только 9 уровень, 11 скилл дальнобойщика, то есть 70 миллионов я за месяц не заработаю никаким образом. В любом случае, ему большое спасибо, потому что, ну, я хотел реально себе какую-то тачку заряженную, прикольную с аудиосистемой. Вы знаете то, что у меня был Range Rover, но Range Rover это был не мой. Это был Range Rover, получается, Америкоса. Он мне просто дал его покататься. Многие думали, то, что у меня уже там Range Rover с аудиосистемой, то, что у меня есть как бы особняк, есть компания, но вы все не понимаете то, что это все не мое, по сути. Это мне помогает Америкос. Америкос мне как бы подарил газон. За газон я не должен деньги возвращать. Он мне его как бы подарил, чтобы я работал, зарабатывал деньги, развивался там и так далее. А за Porsche мне, конечно же, надо будет отдать деньги. Он обошелся там примерно в 70 миллионов рублей. Почему, пацаны, именно Porsche? Почему не BMW? На самом деле, я хотел себе BMW M5 E60, но, к сожалению, она стоит 70 миллионов рублей, и их очень редко продают, по сути. Вообще, был вариант изначально купить BMW M3 E46, но, к сожалению, ее продали. Поэтому мы искали другую машину, продавали там Maybach, и вот продавали Porsche. У меня никогда не было Porsche с аудиосистемой, именно поэтому, как бы, я решил, почему бы и нет, пацаны. Тем более, он прикольненький, он, как бы, с нитро, он с аудиосистемой. Жалко, нету третьего чипа, было бы вообще классно. Ну, а так, в целом, пацаны, тачка прикольная, номера еще здесь стоят, подходящие для этой машины. Давайте я вам покажу карпас, чтобы вас не томить, как бы. То есть, тачка довольно-таки прикольная, мне она очень сильно нравится. Да, она не прям такая быстрая, у нее максималка 239 км в час, но сама по себе машина прикольная, красивая, и мне она очень сильно нравится. Я ее переделал под себя, на ней там стоял винил, но, пацаны, я считаю то, что эта тачка должна быть без винила, она должна быть в одном цвете, и этот цвет я как бы подобрал. Это такой фиолетовый цвет, который был у меня на мурке, я думаю, вы помните, и диски такие же самые, тоже как были на мурке когда-то. Да, конечно, дрифтить не особо прикольно, но можно как бы привыкнуть и немножко что-то показать. То есть тачка реально интересна, мне она, ну, реально прикалывает. То есть, да, я, конечно, хочу себе в будущем M5 E60 с аудиосистемой, но я думаю, на первое время можно покататься на вот такой вот машинке прикольной. Тем более, она выделяется, а вы знаете то, что я люблю выделяться. Я люблю машины такие, знаете, интересные. То есть, я люблю повыделяться, а как я заметил, то, что Porsche 911, их 02 с аудиосистемой, по-моему, вообще нету, кроме этого. Ну, реально хорошо ускоряется, немножко буксует, конечно, шлифует. Максималка у него 240, то есть, ну, тачка реально прикольная, пацаны. За эти бабки
можно было, конечно, найти что-то поинтереснее, но продавали Maybach, получается, с аудиосистемой, но без нитро. То есть, возможно, можно было бы купить, конечно, Maybach, но мне показалось то, что эта тачка будет поинтереснее, чем Maybach. Porsche, конечно, это хорошо, но я люблю BMW, пацаны, и в будущем я планирую себе купить какую-то бэху. А эта тачка чисто так на время покататься. Скорее всего, меня эта тачка не зацепит так, чтобы, знаете, я ее ставил навсегда. То есть, такого нету. Да, она прикольная, симпатичная, хорошо рулится, можно подрифтить. Эту тачку я бы себе навсегда пока что не оставил бы. Желательно, конечно, M5 E60 себе купить, потому что, ну, это реально очень хорошая машина. Это мой любимый кузов, и я очень бы хотел себе ее приобрести и на ней как бы покататься, покайфовать туда-сюда. А Porsche, знаете, ну, мне кажется, эта машина, знаете, для какого-то мажорчика, у которого уже есть бизнес, у которого есть бабки, который просто, знаете, такой катается, просто кайфует. Это не для меня точно машина, пацаны, потому что у меня как бы ничего нету, по сути. Эта тачка точно мне не подходит, но на ней я решил как бы покататься, решил ее приобрести себе. На этих дисках с таким цветом, ну, это реально тачка какого-то мажора должна быть, потому что Porsche, знаете, это что-то такое премиальное, что-то такое эксклюзивное, интересное, поэтому я считаю то, что эта тачка как бы должна реально быть у какого-то бизнесмена. Я, кстати, пацаны, не знал то, что есть как бы два Porsche, то есть есть вот такой вот Porsche, есть Porsche еще поновее, но поновее я, честно, один раз в жизни только видел. Я как бы даже об этом не знал. Я думал то, что этот Porsche как бы заменили на новый. Оказывается, это просто старый Porsche. Бля, я вот в основном, пацаны, езжу, я просто и любуюсь, потому что с графикой, с этим цветом, она, знаете, такая хамелеон, просто переливается на солнце. То есть, блядь, она внешне прям, мне кажется, очень сильно красивая, прям чересчур красивая. То есть, я всегда, когда на ней катаюсь, то есть, я на нее постоянно смотрю, любуюсь. То есть, эта тачка ебет именно внешкой, понимаете? Вот внешне я ее сделал очень красивой. То есть, вы сами, я думаю, это видите.
что бы я хотел в ней изменить, либо добавить. Я бы хотел на ней поменять рамки, либо черные рамки сделать обычные, либо сделать фиолетовые рамки. Также, конечно же, я считаю то, что на ней хватает неона. На неон я по-любому буду копить бабки, чтобы сюда поставить, потому что если сюда еще поставить какой-то неон классненький, то она будет еще лучше выглядеть. Вот тачка яркая, и на нее по-любому должен быть неон. Также, пацаны, хотелось бы третий чип, но это так, в будущем чисто. Сначала я хочу сейчас рамочки поменять, либо снять рамки эти, поставить неон, ну и возможно потом в будущем поставить на нее третий чип. Я думаю, будет очень даже неплохо. Ну и на этом я буду заканчивать данное видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, напишите обязательно в комментариях, нравится вам эта машина или нет, может ее как-то под проект сделать, то есть оставлять мне эту тачку себе или нет. Мне она честно нравится. Мне важно еще ваше мнение, как бы нравится вам такая тачка, не нравится там и так далее. Не забывайте, конечно же, еще вводить мой промокод. Кто желает прийти ко мне на второй сервак, буду всех ждать. Я вас могу принять в семью, в компанию. То есть будет все красиво, поэтому жду всех на втором серваке, а именно Yellow. Всем пока-пока.